среду в Самарской области тепло и солнечно, без осадков. Температура воздуха днем 4-10 градусов выше 0, ночью плюс 1-минус 2. Ветер северный, северо-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани небольшая облачность, в дневное время плюс 6, ночью плюс 1 градус. Ветер северо-восточный, скорость 2 метра в секунду. Тольятти безоблачное небо, днем 5 тепла, ночью 0 градусов. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем плюс 5 градусов, ночью 2 с минусом. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.